Marcel Baklan. Осторожно, пулемет! Туда, смотри! Вражеский медик! Мы захватили обе цели. Танк неприятеля! Там аэроплан! Вражеский! Run! Нам в подмогу прибыл гигант. Он делает, блядь. Едет? Но это не точно, блядь. О, я троих убил, ебать. Четверых. Пятерых. Шестерых. Yeah.
Атакуем цель Аист. Не то слово. Миша, все. Видел? Да, конечно. Просто что-то его вспомнил, блядь. Ты неубедительно говоришь, тебе денег никто не даст. Это ж мэр Харькова потом был, блядь, сколько лет. Похуй, блядь, люди видели видосы и все равно голосовали. А может, из-за этого и поддержали. Дядя, я тут разошелся не на шутку. Захватили цель, Баклан. Цель наша. Бля, мы его сделаем, дядя, отвечаю. Мы потеряли цель, Дрозд. Можно нам в корабли начать играть, блядь? Ну, говори, блядь. Еее! Видел, кто потопил, блядь? Они заебали. Воу! Мы теряем цель, Сорок. Осталось 50 атакующих.